Любимые своим временем и позабытые нашими современниками, а художники конца 19-го, начала 20 века Александре Штурмане говорят еще так, живописец трех стран. Он родился и получил образование в России, жил и работал в Польше, последние годы провел в Литве. Как возрождение этого имени, выставка в Национальном художественном музее. Более 100 работ мастером предоставил Подляский музей в Белостоке. Горы Бахчисарая, вулички Венеции и Рима, полі Голландии и Литвы. Докладно невядома, ці есть у пейзажных нататках Штурмана белорусские краявиды, але гэта магчыма. Петербуржец по нараджэнні у 26-гадовым узросте мастак поехал жить у Варшаву. Докладно, его шлях пролягал праз наши земли. Увогуле жыццё мастака не было оселым. Музу и объекты натхнення Штурман шукал ледь не по всем свете. Мастак-вандроўнік – першае, што ўзгадваюць пра Александра Штурмана. У спісе падарожжаў майстры дзясяткі краін на ўсходзе і захадзе, і большасць з іх Штурман прайшоў пешшу, некаторы вяртаўся зноў і зноў і пісаў, здавалася б, адзін і той жа краявіт, але ў розныя поры года. Выпускник Одесской школы малявальных мастерств, вучень Куинж, у Петербургской академии навученец школы Ашбл в Мюнхене. У своем письме Штурман обагульнил реализм с импрессионизмом. Активный экспонент выстав. Россия, Европа, США, сябра Грабара, Кандинского, Рушчица. По запрошению, до речи, апошнего Штурман не раз гостевал у белорусским майонтку коллеги Фердинанда и был запрошен им же на выкладчество у Академии мастерства Вильна. Штурман пошел в життя у военные 40-е. Его спадщина небыта отошла у небыт. Работы были перевезены из Литвы в Польшу, и только на початку 21-го стагодзя отримали магчимость быть одродженными и наново представленными глядачу. Эти произведения были отреставрированы, на сегодняшний день получили возможность не только экспонироваться в стенах родного музея, и активно участвовать в выставочных проектах. Одновленные работы Штурмана первыми побачили у Польши и Литве. Зараз экспозиция у Беларуси. Наступными выставу сустренут российские музеи. Для нас, безумовно, важно показывать достижения наших коллег. Эта выставка мая, я лечу, таки вельми добрый знак не только для специалистов, для белорусских мастаков, студентов академии, наученцев, але и для просто наших наведальников музея. Мы повинны показывать весь ареал нашей культурной просторы и особливо наших соседей. Меж іншим, Национальный мастацкий музей рыхтуе новый проект с цикла забытых мастаков. Станислав Жуковский, уродженец Волковыских землей, вучень Поленова и Левитана. Живописец, чье имя и творчесть знову же связывая краины – Беларусь, Россию, Польшу. Наш музей володая 20 шедеврами майстры, готовы показать их совместно с творами запасников замежных коллег. Наталья Бардиловская, Алексей Праудиков, агентство «Теленавин».